характера. Они отошли немножко, по моему мнению, на это, на дальний план. А работы абстрактного характера тоже немножко уже как бы спесь свою и пыл поубавили. А пленэр сейчас опять выходит, можно даже сказать, плодотворно вываливается на передний план современного искусства. Проследите, посмотрите в интернете, поинтересуйтесь этими делами, и будет, вы удостоверитесь, что я говорю вам чистую правду.